Сам глава Белого дома сейчас в Индии. Там стартовал его двухдневный официальный визит. Дональд Трамп проведет переговоры с политическим руководством страны и местными предпринимателями, а также выступит перед многотысячной аудиторией на одном из самых больших стадионов в мире. Вместе с президентом в Индию прилетели его супруга Мелания Трамп и дочь Иванка. А визит проходит на фоне напряженных торговых переговоров между двумя странами. В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия. В ответ Нью-Дели прошлым летом повысил импортные пошлины на 28 товарных позиций из США.